Вы впервые в нашем проекте, Алла Викторовна Смоляк, сенатор, руководитель областного отделения Белорусского общества Красного Креста. У нас нет никаких барьеров, совершенно. И почему, извините, вот эти беглые, которые сбежали, нам могут позвонить на прямую линию и, извините, 20 минут отвлечь того времени, которое я бы могла бы гражданам, а мы вот не можем. И он в стриме сидит в Литве и начинает будоражить общественность своими вопросами. Красный Крест помогает политзаключенным, которые отсидели свои сроки, искалеченным, избитым людям, которые пострадали от действия милиции? Ну, я же сказала, что мы вне политики, поэтому мы ни с каким политзаключенным не контактируем. Более того, он вырежет то, что ему надо, и вставит, чтобы заинтересовать. Ему же заплатят за это. Судьбу Виктора Бабарика. Вам не интересно, что с ним? Вы как благотворительная организация «Красный Крест». Он пропал, и его не видно. Я вот вообще политикой, вообще этим человеком не интересовалась, он мне не интересен. Поэтому нам надо показывать, что мы работаем с людьми, что законы на самом деле не просто на бумаге, они работают, они помогают людям. Короче, когда бьют людей, унижают, пытают, убивают, это значит политика. И Алла Викторовна Смоляк, она вне этих политических перипетий. И эти стримы нам помогут.